Всем доброго времени суток, мне доброе утро. Проснулся сегодня ни свет ни заря. Вроде бы лег вчера не рано. 25 минут, 27 минут шестого. Пол шестого, в общем, утра. Я совсем как-то стареть, что ли, начинаю. Такое время просыпался. Ну, думаю, сейчас схожу в душ. Красная горка с утра пораньше. Сейчас на колеечке тут последнее время. Я думаю, мы так сейчас подъедем и никого там не будет. Кроме нас. Придется эти ворота открывать. Там можно не посмотреть. Предложений нет. Будем езжать в республику Беларусь. Время кончилось, решил заночевать здесь.
Добро пожаловать в Беларусь. Завтрака в 8 утра. Съезжаю в знаменитое кафе в наших кругах дальнобойных на Борисовской развилке. Раньше здесь был просто вагончик железнодорожный. Но с годами все меняется и уже комплекс расширяется. Хорошие порции, вкусно кормят. В общем, как есть возможность, я заезжаю постоянно. Можно заехать на стояночку, можно встать здесь сбоку, с краешку. Что я и сделаю. И пойду позавтракаю. Да, ребятки. Заодно сделаю паузу 45-минутную. Работал 2 часа. Ребята, сейчас такую новость сообщили. Говорит, в общем, получатель, клиент, куда я груз везу, сказал, вы сегодня не работаем, можете не спешите, завтра мы тоже не работаем. Я говорю, а что же делать? Он говорит, ну отдыхайте, говорит, что я могу сказать. Ищите стояночку где-то на территорию, сказали, тоже не запустят. Так что, ребята, до места разгрузки остается 96 километров. Я сейчас буду проезжать Минск. Вот я думаю, где-то тут, наверное, в районе Минска я и подвисну. Хотя нет, блин, такой большой кружок получится. Где-то стану, что ж делать. На саму кольцевую Минскую я не попаду. Это попандос, ребята, не ожидал я такого подвоха. Надо такое место, чтобы не скучно было. Или в Молодечно уже само поехать. Может, вечером там куда-нибудь выйти, прогуляться, местные достопримечательности посмотреть. Что там, вот я по карте смотрю, Беларусьнефть, там есть заправочка. Не знаю, насколько большая территория, чтобы там заночевать, если вдруг. Даже не заночевать, а суточный отстой сделать практически получится. Все, поехали. Тут реклама казино уже идет. Эх, да, блин, знал бы, что так получится. Не спешил бы, где-нибудь в России бы постоял лучше. Ладно, как есть, так есть. Сейчас я хочу, ребята, заехать на Курган Славы, не знаю, получится или нет. Вроде так посмотрел, съезд есть. Вот он чуть правее находится, его видно отсюда уже. Там, если что, пешочком к нему прогуляться сходить.
Ухудшенный тут заезд, наверное, будет сейчас. Не знаю, как поведет меня навигатор. Поднимемся наверх, посмотрим обстановку, как там, что. Я много раз проезжал, но ни разу не останавливался, здесь не был. Грузовикам вроде не запрещено туда съезжать. Я знаков не вижу никаких. О, там ремонт идет, ребята, реконструкция, жалко. Блин, хоть бы стояночка была, площадка свободная. Да, на 9 мая не было отсюда репортажей. Не ждет. Ребятки, немножко прошелся вперед, поднялся сюда же поближе. Я так понял, что и с этой стороны тоже есть стояночка. Там в процессе реконструкции. А с этой стороны у меня такое подозрение, что она уже законченная. Да. Там асфальт. Ну, не буду к краю подходить. Лучше сейчас сразу с вами поднимемся вот туда. На вершину. Здесь происходило уже возложение венков, цветов. Угу. Да, ребят, вот уже закончено. Вид. Свежая плиточка лежит, разметка. Но сюда бы я в любом случае на фуре не подъехал. Здесь только для легкового транспорта площадочка. Впервые я вместе с вами здесь не был. Не приходилось ходить тут. Курган Славы. Написано на белорусском языке. Прочитайте. Нажмите на паузу. Теперь поднимемся вверх. Я думаю, красивый вид откроется перед нами после подъема. Такой уступ. Перил никаких нету, получается, ребята, видите? Без перил. Подъем. Ну, тут трудно убиться, конечно, если упадешь. Покатись вниз, только если вот там в конце плиточку шарахнуться неудачно.
Ну, ступеньки широкие. Эксклюзивные кадры, ребята. Для меня, для вас и для моей памяти. Когда я буду просматривать через много-много лет, если доживу эти видео. Рапс на поле так интересно зацвел. Есть участки такие, что вообще ничего нет. Не взошел или выкосили как-то так. Ну, мы почти у цели, ребята. Так вот, ребята, я и поднялся. Сделаю наружный осмотр сначала. Какой вид открывается с вершины Кургана Славы. Подниматься можно как с одной стороны по лестничке такой, так и с другой. Там машинка стоит моя. Ну, а изнутри написано «Слава армии советской, армии освободительницы». Ну, что тут можно сказать, ребят? Комментарии тут излишни. Красивый вид открывается отсюда. Я с детьми приехала тоже прогуливать мемориалы. Его реконструируют. Здесь вот что-то еще достраивается. В основании кургана. Решил покинуть этот мемориальный комплекс не так, как на него пришел. По другой дорожке прогуляться. Здесь вот уже вымощено плиточкой. Так, а вот оно. Все, что хотелось бы узнать об этом комплексе. Ребята, на паузу нажмете, почитаете. Тут хоть на белорусском написано, но на русском тоже можно понять. А вы, ребят, когда-нибудь видели, как на молодой ели появляются шишки? Я первый раз увидел, как они цветут. Таким цветом. Это надо же. Интересно. Так, выезжаем, ребят. Работал где-то. Картон наш не тряхануть, чтобы он не рассыпался там. Все, аккуратно выехали. И едем дальше. Continue driving. 14 kilometers. Thank you.
надо будет потом купить. Масло есть у меня. Чаек заварить. Буду отдыхать 2 дня. Завтра. У меня остается 86 километров. Это чуть больше часа ехать. Все. И чем потом заниматься? До вечера что-то надо делать. Может, вечером куда-то выйду. Схожу, как я уже говорил, посмотреть достопримечательности какие-то. Вот видите, до Вильнюса отсюда 210 километров. Мешок накину сейчас, чтобы сигнализация успокоить. Съездим. Через 22 километра.
пейзажи впереди появились, необычная местность, холмики, дорожка извилистая. До места разгрузки остается 21 километр. Дорожка хорошая. Кое-где обновленная, кое-где в старом покрытии, но в хорошем состоянии. Населенный пункт Красный. Это уже, наверное, Молодеченский район. Величественное здание сдалека, на самом деле оно на холмике стоит, видите? Холмик его сделал великим. Так, в принципе, можно здесь где-то и в магазин сходить, я думаю. Или уже на месте сходить. Разогнался.
акселератор не работает. Тоже риф, товарищ. Первый регион. Хочу встать к лесу. Вот так вот, чтобы у меня природа была справа. Протянем вперед чуток, вот так станем. Смену и жить. Чтобы, ребят, не сидеть в машине, пошел прогуляться, что толку сидеть, да? Ходьба полезна. Вышел я и вот сейчас нахожусь в парке города Молодечно. Решил посмотреть. Ни разу я тут не был. Нужно что-то в памяти откладывать. Так, а дальше тут живет, вот я смотрю, рядышком с ним, центральная площадь города. Но мне парк интересен, вот смотрю, фонтан там высокий, вот такой, я так понял, больше, чем в Кобрине у нас, по площади. И, возможно, тут что-то есть более интересное. Да даже если и нет, то все равно для общего развития полезно пройтись, просмотреть, как бы что устроено тут. Красивый, интересный парк, ребята, новый, сцена новая, в Кобрине называется амфитеатр здесь, не знаю как, там дальше фонтаны большие, высокие, люди гуляют, отдыхают с детьми, и туда дальше, кто-то рыбку ловит, смотрю, парни молодые, такие красивые аллеи сделаны. Вот так отдаляться от центра парка. Скамеечки, лавочки. Все чисто, аккуратно. О, рыбку поймали. Ребята. Маленького малька. Это был, ребята, парк Победы, а здесь центральная площадь города. Там посмотрим, что на ней. Сердце город. Фонтан. А напротив гостиница Молодечно. Центральная площадь города, ребята. Чем особенным она не выделяется? За Лениным, скорее всего, администрация. Можно музей какой-то, не знаю. Сейчас
Государственный политехнический колледж. Как вам, ребята, атмосфера городка? Хороший, мне понравился. Ну, а сейчас возвращаюсь назад к машине. Деревья встретил, как в Калининграде, на острове Канта такие растут. Забыл, как называются, так вот они цветут. А до машины еще примерно километра полтора мне идти пешочком. Сегодня прогулка такая качественная была. Mm-hmm.